напомнить горожанам о Дне водителей и поздравить виновников торжества. С этой целью участники Ивановского клуба любителей ретро-автомобилей традиционно решили организовать автопробег. На бульваре Кокуй собрались более 10 владельцев раритетных и уникальных машин. Приятно то, что сегодня машины разные представлены, потому что наш клуб начинался как клуб любителей 21-й Волги, а теперь мы вот так разрослись вширь. И у нас представлены разные модели. Модели есть очень интересные. Но это ярко и красиво. Красоту ретро-машин ценят не только коллекционеры. Пройти мимо этих гостей из прошлого не может никто. Каждый подходит ближе, фотографируется. Конечно, особое внимание привлекает вот этот автомобиль. ГАЗ АА или просто полуторка. Год выпуска 1939. Получается, автомобилю уже больше 76 лет. Но на пенсию старичку еще рано, уверен его владелец Александр Владимирович. Раритетное авто мужчина восстанавливал годами. Самое сложное, с чем столкнулся Александр, найти запчасти к довоенной машине. Все оригинальное. Где-то процентов 5 всего лишь это новодел. А остальное все полностью на машине оригинальное. Даже вот защелки бортов, все прочее, все это выкопано из леса после боев. На автопробеге именно полуторка возглавила колонну. Александр гордится тем, что успел восстановить машину к 70-летию Победы. Автомобиль-ветеран, который, казалось, застрял в прошлом, теперь снова на ходу и собирает восхищенные взгляды. Даже вот когда ехал сюда, одни сигналы, одни приветствия, все, народ радуется. Потому что если мы не будем знать свою историю, значит, мы не будем знать свое будущее. По-моему, это всегда приятно, когда едет старый автомобиль, и дети на него просто показывают пальцем. Вот меня, например, это будоражит и дает силы для того, чтобы что-то делать. Это главная задача ретро-автомобилей – напомнить о прошлом, порадовать окружающих. И действительно, горожанам необычная автопроцессия пришлась по душе. Забыв о делах, пешеходы и водители доставали мобильные телефоны, снимали и приветствовали ретро-любителей. А лучшим подарком для самих участников акции стала поддержка и сопровождение ГИБДД. В том числе и благодаря ей автопробег прошел без эксцессов. Да и внимание, всегда приятно. Мы надеялись, конечно, на хорошую погоду и совсем не ожидали, что нас будет устроено сопровождение ГАИ. Большое спасибо им, потому что для нас это просто вау, что нас город заметил и хотя бы что-то нам помогли сделать. Наталья Бутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.